Миша, Миша, если бы ты свою неуемную энергию хотя бы на 1/5 тратил на воспитание дочери, да, советовал бы им, что-то помогал, как отец. Какую 1/5? Я 1/2 трачу. Вот именно, 1/2. Что ты хочешь сказать, что 1/2 меньше 1/5? Да. Ты что, издеваешься, что ли? Чего я издеваюсь? Дура, что ли? Да сам ты дурак. Что? Как может 1/2 быть меньше 1/5? Может, может, может! Что ты несешь, Катя? Да что я несу? Что? Ничего я не несу. На, на, смотри. Да отстань ты от меня. Видишь, потом? Батоном. Вот. Это половина, понимаешь? И что? Половина. А если это я порежу на 5 частей, это будет меньше, понимаешь? Меньше. Больше. Ты что, дура? Сам дурак. Идиотка. Ты сам идиот. Я тоже в школе учился. Я помню дроби. 1/2 больше 1/5. Нет, нет, нет. Нет, я сказала. Нет! Нет! Не трогай меня руками! Не смей меня трогать, идиот! Это ты идиотка! Сам идиот! Сам идиот! Сам идиот! Что? Кретин! Старый дурак! Совсем уже с ума сошел! Я сейчас из тебя сделаю 1/5! Придурок! Стой! Где? Просто больной! Убью, идиотка! Вот ненормальный, а! 1/5! Господи, да что же Стой! Это такое?